Маленькому жителю Балакова нужна ваша помощь. Андрей Куракин родился с расщелиной губы и неба. Он не может нормально есть и плохо говорит. Хотя очень хочет быть таким, как все. Читать стихи, общаться с друзьями. Помочь Андрею несложно. Достаточно отправить смс со словом «дети» на короткий номер 5542. История ребенка в репортаже Анны Головчинской. Он решает математику и что-то бурчит себе под нос. Андрей Куракин учится в 4 классе обычной балаковской школы. Правда, признается, в дневнике преимущественно тройки. Мальчишка и сам учится не ахти, да и понять его педагогам непросто. То, что у ребенка расщелины губы мягкого и твердого неба, выяснилось еще до рождения. Первую операцию сделали, когда малышу было всего 3 дня от роду. С тех пор 11-летний Андрей уже 5 раз ложился под нож хирурга. Впереди 6-я операция. Сделать ее могут специалисты Московского центра челюстно-лицевой хирургии. Без этого вмешательства Андрей никогда не сможет говорить четко и понятно. Если комплекс лечения проведен полный, то полная реабилитация. Их восстанавливают, они становятся социально адекватными, то есть занимают посты, там учатся и контактируют со сверстниками. То есть они становятся нормальными людьми. Все 11 лет жизни сплошная борьба за здоровье, за справедливость. Сначала Андрея не хотели брать в детский сад, потому что мальчик не мог нормально есть. Потом в школу, потому что не мог говорить. Сам Андрей к этим проблемам относится философски. Переписывается с друзьями по телефону и мечтает о славе блогера, эксперта по автомобилям. А соревнования, где мы покупаем машины, тюним их, делаем 5 испытаний, а последнее испытание будет, где машины сталкиваются, у кого машина сломается, кто победил. От этой мечты Андрей отделяет совсем чуть-чуть. 1 операция и 42 тысячи рублей, которых не хватает на ее проведение. Деньги для мальчика собирает Русфонд. Помочь ему может каждый. Нужно всего лишь отправить смс со словом «дети» на короткий номер 5542. Владельцы айфонов и телефонов на платформе Android могут перевести пожертвование через мобильное приложение. Стоимость одного сообщения – 75 рублей. Небольшая сумма, которая поможет мечте Андрея сбыться. Анна Головчинская, Руслан Палагин, Ярослав Квитко. Вести, Саратов.